Всем добрый день. Меня зовут Софья Малиновская. Я консультант в структуре Натальи Невзоровой, золотого директора Oriflame. Я хочу рассказать о том, как я принимала участие, училась у нее на курсе менеджер 12% за 8 недель. Я очень многому научилась, очень интересно. Наталья хорошо очень преподает, потому что она в прошлом преподаватель, педагог. Очень интересно подает материал. Очень многому я научилась. Научилась раздавать каталоги, говорить слова при этом нужные. Например, я, если честно, я когда только начала заниматься, вообще не знала. Я знала, что надо, ну, что я пошла по магазинам раздавать каталоги. Что говорить, я вообще не знала. У меня язык заплетался, слово через слово перескакивало. Коронная фраза, которую меня научила Наталья: «Здравствуйте, вам приносят каталоги Oriflame?» В большинстве случаев говорят «нет», тогда я оставляю каталог, говорю: «Можно я вам оставлю?» В большинстве случаев соглашаются и делают потом заказы. То есть вот это, наверное, самое первое, чему я научилась. Потом научилась сопровождать клиента, то есть узнавать о его впечатлениях о косметике, о продукции, которую он заказал. То есть у нас это... Работа с клиентами, это не то, что мы в магазине продали и забыли, а еще обслуживаем клиентов уже после его заказа. Затем следующий этап – это рекрутирование. То есть у меня задача была не просто заработать себе на косметику, чтобы она мне была бесплатна, но еще дополнительные деньги заработать, так как когда я зарегистрировалась, я находилась в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. То есть деньги нужны. Я задалась целью, что надо приглашать людей. Уроки, посвященные рекрутированию, были у Натальи в курсе. По ним я тоже научилась, как приглашать. И один из методов это был ППД. Пригласи, подари подарок другу. Благодаря этому методу, я, будучи беременной третьим ребенком, я вышла на уровень 9%, но не дотянула до 12%, так как пришел срок родин. И я пошла рожать, и вот сейчас заново начала рекрутировать этим же методом. Очень удобный для меня метод. Научилась сопровождать новичков, то есть получать, размещать заказы. Ну, кто-то размещает заказы в интернете, кто-то размещает заказы в офисе, но этому тоже научила. Научилась и сама учу. Значит, у Натальи на одном из занятий была тема мероприятия с клиентами. Ходили мы на мероприятие, то есть занимались спонсорством «Мир женщин». Там проводили мастер-класс по декоративному макияжу и проводили соцопрос. То есть этому я научилась на ее занятии. В последующем еще проводила мероприятия для клиентов, это мастер-классы, мастер-класс по уходу за руками, бархатные ручки, и мастер-класс по декоративному макияжу тоже успешно был проведен. Ничего сложного и страшного в этом нет. Очень понравилось самой, потому что приносишь радость людям, они потом очень благодарны тебе за это. Я вам рекомендую посетить этот курс, потому что он учит очень многим навыкам, как новичков, которым являлась я, так даже и даже директоров, потому что со мной на курсе присутствовали директора, и они благодаря этому курсу выводили своих новичков на уровень 12%. Были случаи, ну, что люди выходили на 12%. Почему я рекомендую этот курс? Потому что вы можете получить все самые необходимые навыки для продвижения по лестнице успеха в нашей компании, в компании Oriflame. Несмотря на то, что мне всего 28 лет, у меня уже трое детей, маленький у меня сейчас спит в коляске, и я нахожусь сейчас в офисе, только что отпустила своих новичков, с которыми я получала заказ, первый заказ. Это мне не мешает строить бизнес Oriflame, так как дети – это вообще не помеха, это только стимул к движению вперед. Вот. Я деток очень люблю, я хочу, чтобы они жили в достатке, ни в чем не нуждались,
были всегда счастливы, веселы, бодры и здоровы. Чего всем желаю.